Потому что я никогда не соглашусь, когда мой отец погиб в борьбе с нацизмом, с гитлеровской Германией, чтобы Бандера и Шухевич носили звание Героя Украины. Ну, это просто не по-человечески, не по-людски. А тем более, что тот, кто это делал, прекрасно понимал, что этим он вбивает клин опять между людьми, между народами. С этим не только нельзя не согласиться, а это надо делать так, чтобы это в жизни никогда больше не повторилось. Чтобы неповадно было на этом делать какую-то свою политическую карьеру.